Химки становятся все более удобными для маломобильных жителей. В Богоявленском храме, что на улице Лавочкина, установили подъемник для людей с инвалидностью. Работу нового лифта проверили руководитель администрации округа Владимир Слепцов, депутат Московской областной думы Андрей Косыгин и депутат Совета депутатов округа Александр Смирнов. Опробовали подъемник представители общественной организации «Колесница». Инвалид подъезжает, вызывает помощника, чтобы все-таки было объяснено, как, чего. Не под контролем находился. Да, чтобы это все-таки, да, контроль вызывает. Приходит, подходит человек. Николай Лукьянов – постоянный и активный участник проверочных рейдов по программе «Доступная среда». Сегодня он отметил, все полностью продумано и приспособлено для людей в инвалидных колясках. Нажатием одной кнопки они могут вызвать в помощники служащего церкви. Раньше была проблема. Если куда-то приехать в церковь, то это ступени. Невозможно попасть, нужно искать людей, чтобы помогли. Занесли коляску, потом спустили. Конечно, была проблема. Сейчас я спокойно подъехал, мне даже и служащих никого звать не надо. Заехал на лифте, помолился, поставил свечку, спустился, поехал домой в хорошем настроении. Перед запуском подъемника благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин прочитал молитву и от лица церкви выразил благодарность Владимиру Слепцову, представителю компании-застройщика и советнику руководителя администрации по вопросам людей с инвалидностью Владимиру Гужеву. После чего все вместе отправились в храм. В церкви поставили свечки и приложились к частицам мощей святых.